вам не осталось? Я только вижу руки и только могу спрашивать. А, да? Ты устаешь больше. Ты устаешь больше, что еще? Быстро надо сидеть. Да. Или на концовку уже не остается сил, чтобы дожать. Да, там, да, может, до концовки не дойти. Да. Ну и что еще? Вот мы зажимаем тело. Сорваться не получится. Да. То есть мы... Медленный удар получается. Да, мы закисляемся. То есть в этой позиции, вот, позиции готовности быть постоянно нельзя. То есть вот если взять любого животного, перед хваткой добычи напряжение, расслабление, хватит и нет добычи. То есть ваша задача быть немножко расслабленным, но когда идут удары, успевать телом реагировать, поднапрягать все это тело. То есть постарайтесь двигаться, но при этом не быть как вот амебкой расслабленной, да, но при этом ощущать то, что вот идет атака, вы напрягаетесь, сами работаете. Давайте сейчас третий раунд, попробуйте вот это вот немножко проработать. Чуть расслабление и вот атака. Все расслабились. Третий заключительный раунд.